Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В окружной столице к этому событию приурочили легкоатлетический забег. Подробности далее. Спасибо, команда. Мы семья и друзья. Это сила. Непокоренные, непобежденные. Все в наших руках. Неудача звонила. Открывает легкоатлетический пробег вокальная студия «Импровиз». Под зажигательные ритмы и мотивирующие слова песни команды юные спортсмены начинают даже пританцовывать, как бы давая понять, что в их жизни нет места вредным привычкам, а только здоровый образ жизни. Самое правильное, наверное, в вашей жизни сегодня – это спорт, который вы выбрали, потому что наркотики сегодня действительно захлестнули весь мир, и это очень глобальная проблема. Поэтому я вам желаю здоровый образ жизни вести. Вам успеха во всем и в спорте тоже. После официального открытия соревнования спортсмены вышли на старт в своих возрастных группах. Всего в легкоатлетическом забеге приняли участие порядка 30 спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет. Организатором соревнований выступила окружная полиция. Будут победители, будут награжденные. А главное, родители увидят их заслуги и подвиги. Так что я думаю, сегодня даже погода нам помогла провести данное мероприятие положительно. Как отметил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгений Солонович, здоровый образ жизни и занятия спортом являются хорошей альтернативой вредным привычкам. Если человек занимается спортом, у него имеется определенная цель в жизни, он хочет добиться каких-то высот, он хочет больше подтягиваться, быстрее бегать. В результате этого эти цели помогают ему в обществе добиться более таких положительных результатов, чем негативных. Добавлю, что сегодняшний легкоатлетический забег – лишь небольшая часть цикла мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией в Ненецком округе. В ближайшие дни в окружной столице начнется оперативно-профилактическое мероприятие «Притон», в ходе которой сотрудники полиции проверят места возможного скопления лиц, употребляющих наркотические вещества. Сообщить адреса таких притонов могут все неравнодушные жители региона. Телефон доверия окружной полиции 4-21-52. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».